Дорогие друзья, я понимаю, сейчас лето, жара. Скажите, пожалуйста, а вы зиму любите? Хорошо. А снег любите? Вот, да, было больше. Это для всех, кто любит снег, наш следующий номер. Здесь можно поаплодировать. Dear friends, I'd like to tell you a story. Дорогие друзья, я хочу вам рассказать одну историю. My friend and I spent our childhood together. Most of that time we spent at Coral Springs, Florida. Мы с моим другом провели все детство, а прошло оно у нас в Coral Springs, штат Флорида. As you know, there is no winter, and we only saw it thanks to our television. И как известно, там нет зимы, и мы знали о снеге только благодаря телевидению. My friend's dream was to see snow with his own eyes. Мечта моего друга – это было увидеть снег своими глазами. My friend remained a child. Шло время, мы росли. Точнее, рос я, а мой друг так и оставался маленьким. Even then, I was practicing illusionism. During one Christmas, I decided to give my friend a present. Show him what real snow looks like. Даже тогда я занимался иллюзией, и как-то на Рождество я решил показать своему другу настоящее чудо, как выглядит свет своими глазами. I asked him to bring me a white napkin. Я попросил его принести белую бумажную салфетку. Here's what I did. И вот что я с ней сделал. I told him snow looks like this snowflake if you increase it 100 times. Я сказал ему, что снег выглядит как эта снежинка, если увеличить его в сотню раз. I couldn't argue with that, so I asked him to bring me a glass of water. Я не смог с ним поспорить, и я попросил его принести стакан воды. And asked him if it looks like snow. Я окунул салфетку и спросил, теперь это похоже на снег? No, now it looks like a wet napkin, he replied. Нет, сказал он, это все та же салфетка, только теперь и мокрая. To be honest, he was very upset. Сказать по правде, он очень сильно обиделся. And I had nothing left to do but to squeeze the water out of that napkin and show him a real miracle. Magic. И мне тогда ничего не оставалось делать, как выжать салфетку всю воду и показать ему настоящее чудо. Все и было в их далеком-предалеком детстве. Это был самый лучший подарок другу на Рождество.